Хрупкая женщина вытаскивала бойцов с полей сражений и спасала жизни. Родилась Екатерина Синюкова в ноябре 1922 года. После медицинского училища ее призвали на фронт. Она была в Берлине, когда наши брали Рейхстаг. Екатерина Ивановна вернулась в Ульяновск, трудилась в госпитале ветеранов войн. В День Победы отважную медсестру навестили первые лица области и наша съемочная группа. Почтенная дама видела много. Боль и ужасы войны. И все очень ранения трудные у всех, у кого легкие, у кого, но больше без рук, без ног. С Днем Победы ее и остальных ветеранов поздравили представители власти. Душевно. Для наших ветеранов председатель правительства Владимир Разумков вместе с министром здравоохранения посадили молоденькие ели в палисаднике госпиталя. У нас каждый год проходит лечение около 10 тысяч ветеранов. Из них около 6 тысяч это в круглосуточном стационаре и 5 тысяч на койко дневного пребывания. Хочу сказать, этих ветеранов остается у нас с каждым годом все меньше и меньше. Истинных ветеранов на апрель месяц осталось 132 человека. В Ульяновском госпитале проходят реабилитацию и воины спецоперации. Основной акцент на психологическую и психиатрическую помощь. Опытные специалисты делают все, чтобы исцелить души наших защитников. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.